сегодня мы попробуем разобраться, для чего нужен вот этот инструмент, вот этот снаряд для борьбы, для дзюдо. И поможет нам это сделать Георгий Дзантарая, наш чемпион, наш многократный мира, Европы. Скажи, пожалуйста, вот оптимально, как на твое мнение, вот, допустим, у нас есть два манекена, позже мы покажем там, вот с такими руками и с руками, которые висят. Ну, есть разница большая, просто когда он с такими руками, это больше, наверное, для борьбы, он подходит для борьбы классической, вольной. Просто на них разные приемы можно отрабатывать. Например, когда с руками, ты проходишь сюда под руки, да. Это для борцов греко-римской и вольной борьбы. Для нас это тоже удобно, потому что рука висит, мы можем зайти вот так. На том манекене чуть по-другому. Чтобы мы понимали, о чем идет речь, здесь эти руки не болтаются. Да, честно сказать, для меня без... Так как я отрабатываю, скорее всего, мне больше всего подойдет вот такой вот манекен, потому что руки здесь напряжены, а в этом не очень. Я просто... То, что я отрабатываю, я вам покажу, и мне удобнее делать на таком манекене, я просто именно на таком и делаю. Вот он используется для отработки приема, или... Он почти полноценно может заменить партнера. Когда ты сам находишься, то можно спокойно с ним отрабатывать прием. Бросать его, так же само использовать его как тренажер, можно сказать. Например, самое элементарное, вот я беру, хочу я спину прокачать, правильно? Вот я беру чучел и вот наклон делаю. Так же самое я его могу и бросить. Сюда. Насколько я понимаю... Многофункциональная штука. Манекены бывают разные, я просто на этом покажу, может быть. Я присел, поднял его, правильно? То же самое, я сижу и приседаю. Так же самое, я шагаю, присел. Или я шагаю, присел. Много разного. Точно так же, когда я его поднял, я шагнул, встал на одно колено, на второе. Шагнул, поджал ногу и поднялся. То есть фактически раньше. Друг другу тягают. Да. Когда партнера у тебя с собой нет, то есть нет с тобой спарринга, то он может заменить его полностью. Не для бросков, а как для общей физической подготовки? Есть еще какие-то моменты? Придумать можно очень много. Очень много. Например, берешь это же чучело и просто-напросто отталкиваешь его от себя. Понимаешь? Я кидаю. То же самое. Тоже развивает много всего. Это замесь, например, когда ты его поднимаешь и отталкиваешь, это замесь, есть мяч медицинский, так называется. Когда у тебя его нет, можно использовать чучело. Но чучело для каждого человека должно быть индивидуально, потому что одним чучелом все не могут качаться. Оно разного веса, разного роста. В спортивном зале обязательно должно быть несколько, не два, не три, а больше четыре, потому что есть дети, он там есть чучело. Можем взять и посмотреть тоже ваши синие. Давай посмотрим. Вот этим чучелом удобно играть. Мы играем, например, в игру такое, называется чучело. Так. И мы таким чучелом играем. Что собой представляет эта игра? Наверное, это все, скорее всего, борцовская игра. Расскажи. Мы собираемся в круг, за желтые не выходим. Один берет чучело. Элементарно, как дети играют в квача, передают его. Точно так же, только чучело мы. Да. Он уже старый. Это получается... Это очень долго. Да. Это конкретный боец. Уже с боевыми ранениями. Но ему уже лет, наверное, 6, да, получается? Может, больше. Я помню, да. Это мы еще экспериментировали с набоковками совсем. Ничего, смотри, можно же работать, все классно. Так, я вам скажу, много позже собираюсь. Да? Все, супер. Класс. Так, затем меня больше всего интересует спектр, как можно более широкий спектр показать применение его. Какие броски можно, какие удобно, какие может менее удобно. Объективное мнение просто меня интересует. Мне чучело кажется, манекен этот использовать можно настолько широко, что насколько богата фантазия человека. Спортсмена. Так что его можно использовать на многих случаях. Значит, тогда ты будешь сейчас демонстрировать там броски какие-нибудь, да? Ну да,
самое элементарное, это которое, ну, то есть многие борцы отрабатывают на этом упражнении, на этом манекене. Вот такие вот упражнения, как через грудь бросок. Я беру чучело и бросаю. Вот типа такого. Вот. Ну, вот такое, то, что бросил, наверное, на этом удобнее будет. Могу это попробовать еще. Попробуй. Вот этому удобно бросить его через бедро. Давай. Потому что рука там. Я брошу так вот. Он, видите, чуть выше. И... А через бедро именно то, что... Ну, бедро обычно. Тогда... Видят, тут уже у него голова, ну, если уже там... голова у него уже привыкла. Уже отбитая. Тут нормально есть, тут уже, ну, он уже устал. Так что, если... Ты можешь показать такой бросок, чтобы было реально видно, что если это был бы партнер, то ему было бы достаточно... Да, ну, давай на этом же я покажу. Давай, хорошо. Чисто, но удобно. Вот, я взял, вот, я, оп. Обычно захожу сюда. Если бы это партнер был, то ему больно, наверное, было. Сейчас я сделаю еще. Ну, а на соревнованиях эти броски реально применяются уже, получается, да? Да. Что... Ну, а с партнерами тоже ты отрабатываешь же эти спарринги? Да, отрабатываю только на синих лотах и мягких, чтобы не было. Вот, тоже. Вот это. И мы приходим к такому заключению, что они достаточно активно используются в залах как тренажеры по назначению. Я уверен на 100%, что они нужны, ну, они нужны в залах. Без них не получится. Эта штука для, как для начинающего, он используется, я же говорю, во многих случаях. Вот, например, ты бегаешь разминку, он стоит, ну, вот здесь просто стоит. Кто не пробежит, ударит его. Так что для разрядки тоже он используется. Не хотят люди покупать. Ну, не хотят, наверное, ну, да. Жалеют чего-то. Жалеют, наверное. Но я не жалею, что мои тренера приобрели такие штуки, и оно реально есть часть какая-то моих выигрышек, уложений от этого. Это 100%. Но оно все вместе в комплексе получается медаль. Всего по чуть-чуть? Да. Thank you.